беру. Проклятый расхититель социалистической собственности! Мерзавец! Я хочу показать вам сейчас несколько отрывков из спектакля «Политическое кабаре». Слушай, деточка, сказку. Жили-были государство и народ. Большое государство и большой народ. Отношения, деточка, между ними складывались очень изощренно. Пролетариат воевал с милицией, крестьянство с райкомами, интеллигенция с НКВД, средние слои с ОБХСС. Так и наловчились не поворачиваться спиной. Деньги в кальсонах, справки в редикюле, дверь на цепочке, жучки, проволочки, булавки. Мы отвернемся, они нас. Они отвернутся, мы их. В счетчик булавки, в спиртопровод штуцер, в цистерну шланг и качаем озабоченно, глядя по сторонам. Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала, чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно, откручивая, отвинчивая. Крутится, отвинтим. Потечет, наберем. Отламывается, отломаем. И ночью при стоящем счетчике рассмотрим. Государство все, что можно, забирает у нас. А мы у государства. Оно родное, и мы родные. Так что и у нас, и у государства ничего уже и не осталось. Кроме военных, и то антенну параболическую на Дальнем Востоке кто-то отвернулся, и нет ее по парникам, по сараям. Грузовик экипаж ночью бросил, утром один остов, пираньи. Ходовые рубки от крейсеров на огородах. Деточка, ну и государство не дремлет. Только от магазина на 5 метров отошел, а там цены повысились. Ты еще отошел, они еще больше повысились. А нам хоть бы что. Мировая общественность жутко удивляется. Повышение цен на нас никакого впечатления не производит. Дорожание, урезание, талоны, ваучеры – это оно нас. Цикл прошел, теперь мы его ищем. А есть бензин у самосвалов, рыбу у ГЭС и качаем озабоченно, глядя по сторонам. Так что и у нас, и у государства результаты нулевые. Кроме моральных, нравственность дико упала у обеих сторон. Деточка, надо отдать должное государству. Оно первое засуетилось, ну, мол, ребята, мол, мы, мол, не по-человечески живем, ребята. А народ чего? Народ уже приспособился, ходит куда нужно, смотрит куда нужно и откручивает, отвинчивает, отламывает, преданно глядя государству в глаза. У нас государство народной демократии, говорит государство. А как же, отвечает народ, и что-то откручивает, отламывает, отвинчивает. Все, что государственное, все твое, говорит государство. А как же, отвечает народ? И что-то открутит, отламывает, отвинчивает. Никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство. Такую никто, отвечает народ. И что-то открутит, отламывает, отвинчивает. Только в государственных больницах тебя и встретят, и положат, и вылечат. Только там, отвечает народ, и сам себя лечит, сам себя. Только в государственных столовых тебя и напоют, и накормят, и накормят, и напоят. Только там, отвечает народ, и поворачивает за угол с мешками. Ты куда, спрашивает государство? Рядом тут, не отвлекайтесь. Не поняло. Рядом тут не отвлекайтесь. У вас большие дела, международное положение растет, национальный вопрос. Не отвлекайтесь. Мы тут сами, не беспокойтесь. Мы сами. Что значит сами? У нас что, анархия? У нас народовластие? И нечего шастать, кто куда хочет. А я хотел только на секундочку. Куда? Да никуда, вой господи. А что у тебя в мешках? В каких мешках? Что у тебя в мешках? В больших или в маленьких? Что у тебя, мышка? Да что вы в самом деле, я хотел только на секундочку. Давай, только быстро. Вернулся, а здесь не урожай. Что вы говорите? Опять ты сотри, ой-ой-ой. Это что, тебя не волнует? Почему? Ты сотри, ой-ой-ой, ты сотри. А что ж ты такой спокойный? Это у меня вид такой, ты сотри, ой-ой-ой, ты сотри. Тебе же кушать нечего будет. Что вы говорите? Опять ты сотри, ой-ой-ой. Ты что, совсем равнодушный? Почему? Ты смотри, ой-ой-ой, ты смотри, ой-ой, ты смотри, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ты смотри, ой-ой-ой-ой.
Мы же народно-демократическое государство. Ну да. А ты народ. Ну да. Это же твоя родная власть. Да ну. Это же по твоему желанию реки перемещаются, каналы строятся, пистицы. Ты же всего этого хотел. Когда? Не придуривайся, хотел. Ну, хотел. Мужик, только на секундочку. Куда? Да мне бы только поесть. Что ты жрешь все время? Что ты все время жрешь? Жрешь все время. Что ты жрешь все время? Да где все время такие перерывы? Где все время? Жрешь все время. Ну, глуп, ваше сиятельство. Не смей так называть меня. Сиятельство. Не смей так. Сиятельство. Зачем ты меня уж так хочешь? Я твое родное народно-демократическое государство. Говори просто, слушаюсь, гражданин начальник. Слушаюсь, гражданин начальник. А что с тебя взять? А что с меня возьмешь? Уже все забрали. Только знай, ты всего этого хотел. Ну, хотел. Можно я только на секундочку? Давай, только быстро. Подожди, стой. Понимаешь, нам друг без друга нельзя, понимаешь? Почему? Нельзя, понимаешь? Ну, почему? Я сказал, нельзя. Да я ж хотел только, что ты хотел. А мне бы только этой диктатуры и демократии поменьше. Так это ж твоя диктатура. А можно я поменьше? А враги? Какие? Внутренние, внешние, ты что, их не видишь? Не. А друзья, ты что, их не замечаешь? Так вроде никого уже не осталось. Врагов нужно донимать, друзей кормить, ты что, не понимаешь? Да сколько можешь, то донимаем, то обнимаем. Ладно, все, иди корми друзей, врагами, я самого займусь. И чтоб мне все понимал, а то стыд. Ни одного государства нет такого бестолкового народа, как ты. И ни одного народа нет такого... хорошего государства. Стоять! Ты меня любишь? И народы государства опять пошли в разные стороны.